Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hill Team Racing. Так, еду я с таким вот чувачком на машинке. И у нас есть звездочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, звездочки — это хорошо. Как вы знаете, нам нужно, чтобы открыть новую карту, именно после обновления игры Hill Team Racing, нам нужно собирать вот звездочки. Дофига надо собирать, конечно, чтобы открыть новую карту. Ну, давайте попробуем. На вот этой машинке прокатимся, поедем. Так, у нас, смотри, еще денежки дадут. О, хорошо, сколько? 110. 110 монет, отлично. Будем ехать не спеша, будем ехать аккуратно. Так, а мы здесь еще, видимо, не ездили. Что нам звездочки эти... Ой, а самое интересное, ребята, или даже самое обидное, знаете в чем? У меня были деньги, чтобы открыть новую карту, но пришлось обновиться, потому что игрушка не включалась. И получается, что получилось. Получилось то, что карту я теперь не смогу открыть. Мне нужно получать эти звездочки. Ё-моё, у нас еще и бензин заканчивается. Так, а ну-ка. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Вот бензинчик. Бензинчик, бензинчик. Новый рекорд. Мы побили новый рекордик. Хорошо. Надо бы еще тачку прокачать. О, движочек. Да, смотри, не могу я подняться. О, еще и разбился. Ёлки-поталки. Ладно, давайте откроем, что у нас там получилось. А, крылья, стартовый новичок. Так, далее. Так, давайте. Так, это что такое за застава? Нет. Мы же не в заставе с вами это играли. Мы играли с вами в сельскую местность. Так, в сельскую местность давайте купим моторчик. Повысим. Повысим. И еще вот это полноприводный сейчас повысим. Так, ну все, улучшили. Ну что ж, поехали. Попробуем проехать побольше. Так, два чувака теперь одинаковых, ладно. Сейчас посмотрим. Машинку мы прокачали. Двигатель поставили полноприводный. Качнули. Теперь, я надеюсь, мы проедем чуть дальше, чем изначально проезжали. Аккуратненько едем. Так, пока звездочек нету, но сейчас мы доедем до того места. И начнут у нас звездочки появляться. Так, аккуратненько. Не спешим, понемножку, потихонечку. Так вот. Поднимаемся. Давай, 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 давай. Есть. Но уже машинка получше, кстати. Едет. Чем до этого. Так, здесь надо не перевернуться. Опа. Хорошо. Едем дальше. Давай, давай, давай. О! Прям прокачалась машинка. Чувствуется. Чувствуется, да. Чувствуется, что машинка прокачалась. Вот, немножко нам осталось доехать. Где мы не... А, мы не могли здесь, да, проехать? Ладно, сейчас попробуем. О! Ё-моё! В смысле? Алё! Алёшки! Я ж тебя прокачивал! Я ж тебя прокачивал, машинка! Ты чё не едешь? Ладно, давай здесь аккуратненько стартанем. О! Давай-давай-давай! Есть! Новый рекорд! Здесь надо еще аккуратно уметь играть. Стараться. Так, а ух ты! В смысле бензин закончился? Да ё-моё. Так, у нас до бензина еще 40 метров. Все, кончился бензин, мы сейчас не поднимемся, у нас не хватит тяги. Да, кончилось топливо. Капец. А что топливо-то кончилось? Давай еще попробуем. Так, а что у нас здесь получается? Ну давай прокачаем мотор. Почему бы и нет? Так, сколько у нас денег осталось? Давай колесо прокачаем. Так, две... Ну, давай этот полноприводный, вот эту штуку. Прокачаем уже, да и все. Так, все, прокачали на максимум. Давай этот вид поменяем. Вот такой вот цвет возьмем. Все. Поехали. Поехали. Так, все, я поменял рубашку, чтобы немножко отличаться. От первоначального нашего героя. Ну, сейчас будем пробовать. Кучу денег потратил, опять-таки. Когда вот начинаешь играть, денег очень мало. И как бы ты очень экономно стараешься ими
пользоваться, да, тратить. Вот, а когда, конечно, ты уже играешь не один год в эту игру, а то и 2 и 3 года, и то и каждый день, и по несколько раз, то в этом плане, конечно, тебе как-то у тебя, знаешь, столько денег собирается, что ты не знаешь, куда их тратить. Но это пока что не в нашем случае. Ах, к сожалению, денег нету. Попробуй что-то еще, и карту хочется открыть новую. Вот попробуй открыть новую карту без денег. И когда у тебя еще и машинки не прокачанные, то конечно. Так, ну немножко прокачали мы свой драндулетик. Вроде бы лучше стали ехать. Я же это по началу игры, я вообще эту тачку не прокачивал с вами. Ребята. Вообще ее не прокачивал. Прокачивал я автобус. Так, а здесь мы не заедем, надо немножко отъехать. И еще раз попробовать. О, здесь надо нахрапом брать. Нахрапом. Есть. Бонусные денежки за расстояние. Едем дальше. Аккуратненько. Смотреть, надо не перевернуться нам. Так, бензин, я смотрю, вообще тратится что-то махом. Просто очень быстро. Так, ну вот и закончился бензинчик. Давайте. Вот, новый рекорд мы побили. Все, взяли бензину. И звездочки опять-таки мы начинаем с вами собирать. Давай, 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 давай. Все равно, смотри, не хватает у нас мощности. Мощности вообще не хватает. Ё-моё, здесь же не особо-то такой и подъем там мощный, а? А накрапом взять не можем. Давай, давай. О, молодец. Молодец. Денежки взяли. 1150 даже. Офигеть. Едем дальше. Опять бензин вонючий заканчивается. Да что ты будешь делать? Что ж ты будешь делать? Все, закончился бензин. Офигеть, топливо закончилось. Угу. Дальше. А, давайте в лесу покатаемся. Почему бы и нет? Угу. 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 Все понятно. Все понятно. Так, поехали. Поехали, поехали, потихонечку едем. Понятки. Оп, так, давай, давай, давай. Тачечка, давай, пожалуйста. Все понятно. Все понятно, что ничего не понятно. Я под одним и тем же аккаунтом, только в другом приложении играю. И у меня машинки вообще не открыты. Я не знаю, в чем прикол, но мне без разницы. Будем и здесь прокачивать. Угу. Так, едем. Собираем эти звездочки вонючие. Очень много звездочек надо нам открыть. Очень много. Так. Сколько у нас там? Ага, вот еще монетки. Давай, 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 есть. Поднялись. Новый рекорд у нас. Так, здесь главное не шлепнуться. Опа! Отлично, 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 все хорошо. Так, а ну поехали. Я думаю, мы проедем. Здесь. Наверное, а может быть и нет. Давай, 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 давай. Еще немножечко осталось, чувак. Все, покатились вниз. Я так и думал, я так и знал. Ах, разбились даже. Даже мы и разбились. Всем привет, друзья, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в Hill Team Racing. Давайте повысим наш автобус моторчик. Так, мощность... А, разблокирована деталь. Так, замечательно. Одна деталь у нас тут разблокирована. Давайте сюда поставим что-нибудь такого интересного. Что такое за уровень? Силовой ускоритель при малом количестве топлива. Так, мало будет топлива заканчиваться, и у нас ускоритель будет срабатывать. И либо крылья, планирование воздуха. Так, давайте возьмем крылья. Так, оснастить. Все, посмотрим, что у нас будет с крыльями. Так, поехали. Так, у нас вот этот автобус. Сейчас посмотрим, что там планирование будет в воздухе. Вроде бы как никакого планирования нет. А, нет, смотри, планирование есть, прикинь. Офигеть, в натуре он планирует. Ага. Ну, что-то он не сильно... Не планируй, давай, давай, планируй, вонючка. Ну, да нет, он просто-напросто разбивается. Ну, как кого планировано? Нифига не было планировано. Так, давайте, знаешь, что сделаем?
Мы сейчас уберем планирование. Поставим что-нибудь другое. Так, детали. Не планирование. А, это что такое у нас? Активный ракетный ускоритель на идеальном старте. Нет, это тоже нам не подходит. Так, это тоже не надо нам. Давайте возьмем ускоритель дым. Угу. Его поставим. Готово.